Один поэт имел предмет, которым злоупотребляя, устройство это свел на нет, прощу любовь в начале мая. Потом он на меня же изощрялся в эпиграммах уже сейчас. Любовью давнюю маня, не искушай меня без нужды, все, что осталось от меня, годится максимум для дружбы. А потом написал то ли себе, то ли мне в утешение несколько обнадеживающие строчки. Зря девки не глядят на стариков и лаской не желают ублажать. Мальчишка переспал и был таков, а старики не в силах убежать.